Не так-то просто было выйти зимой на улицу, на ночь глядя в такой мороз и такую темноту, когда вокруг сугробы высотой с метр. Но я не собиралась отдавать это маленькое больное тельце в руки здешнему невежеству. Я взяла крошку Лейлу на руки, чтобы, избегая всяческие опасности, отвезти ее в самый ближайший медпункт. Смогу ли я сделать это? Вот это да. С какими трудностями столкнулась женщина в том захолустье совсем одна в таких условиях? Мало того, все вокруг невежды. А я при первой трудности только и делаю, что плачу. Не могу выучить пару расположений кнопок и нормально напечатать текст. Малыш, ну что ты делаешь? Так нельзя. Ты запачкался. Оставь. Давай я посажу тебя. Вот так. Садись. Сиди спокойно. О, мамочка, что ты наделал? Что случилось, Асия? Мой компьютер. Букет, я прошу прощения. Это я виновата. Я не поняла, как это случилось. Но мне нужно было отсадить Мехмета от компьютера. Ты не беспокойся, я починю тебе компьютер. Если понадобится, куплю новый. Не переживай. Может, ничего не случится, если выключить и высушить его. Вдобавок, мне говорила подруга, если высушить его феном, он не ломается. Хорошо, давай так и сделаем. Подержи. Давай. Он намок. Сейчас. Ничего страшного. Сейчас. Ну что ты наделал, маленький принц? Вот хулиган. Ему конец. Его можно починить, но полетела материнская плата. Новый обойдется тебе в ту же цену. А сколько стоит новый? Если найти такой же бэушный, то можно купить за 700-800 лир. 700-800, ты слышал? Я покусаю тебя. Просто прекрасно, сынок. На последние деньги мы купим за 700 лир компьютер, и нам останется на все про все 200 лир. Их даже не хватит на твое пропитание и памперсы. Они закончатся через 2 дня. Надеюсь, что когда ты вырастешь, ты станешь богатым врачом. Будешь содержать меня? Ах, сыночек. Мне надо самой развиваться. Когда же я найду работу и начну зарабатывать, чтобы дать тебе хорошее образование? Когда я это успею? Когда все это будет? Неизвестно. Ну ладно, пошли. Купим букет компьютера. Тетя Гюнер, я купила компьютер. Пусть букет не беспокоится. Где она пришла? Ты купила новый компьютер? На какие деньги ты его приобрела? Мы бы сами. Купила? Ну что поделать? Взяла на последние деньги. Я бы оформила в рассрочку. Ну ладно. Поздно уже. Ладно, заходи в дом. К тебе гости.